5 минут до выхода. августа, 8 утра, 5-й ходовой день. Встречает утро нас солнышком. Сегодня мы планируем пойти на озеро Кыргыз. Я уже посмотрел, это где-то на северо-восток отсюда. А в маршруте не указан перевал, да и вроде перевалов не будет, но у меня по карте перепад высот 600-700 метров показан. Мы идем в горку. Сначала прошли по чаше, так называемой. Потом пошел наклон. Сначала камни, сейчас уже луга. Идется норм. Солнце только вот. Подсказали, что это луг. Кстати, да, похож на луг очень сильно. Вот это корень, а там щетка, да? Вот это золотой корень, подсказывает. Нет, это красная щетка, а золотой корень вон он растет. Щетка такая же, как корень. Золотой? Да, это золотой корень. Вон, рядышком, видимо, нет? Это щетка, да. Вот это щетка. А щетка чем? Это корень. А? Это корень. О, наконец-то мы поднялись наверх. Пару часов прошло, мы на подъеме, еще пока еще не спускались. Погода изменилась, стало прохладно, вообще идти отлично. Ветерок, правда, вот задувает такой. Поднялись на вершину, на гребень даже скорее. Вот спуск по таким большим камням. И еще дождичек накрапывает, надо поспешить, пока камни не отсырели. Вроде бы озеро осталось недалеко, но оно слишком сильно внизу, и до него идти. Уже я вижу вот зону леса. Там в самом низу зона леса. Идем вот по такой растительности, по пояс, еще сырой. Наконец-то мы пришли на стоянку. Все, уже перехода не будет. Здесь будет лагерь. Местечко на озере Кыргыз. Сегодня был подъем. В принципе, казалось, что он вроде простенький, но достаточно тяжело дался. Потом пошел дождь, спуск. И здесь, соответственно, сыграл свою роль луга вот эти с березкой. То есть они все были сырые, и пришлось вот через них там пробираться. Так выглядит лагерь. Ребята там в гнезде не спрятались. Я здесь себе местечко повыше нашел. Буду стоять здесь. Вот все мои вещи. Сушу, потому что был дождик. И зато вот с таким видом буду стоять. У меня коврик с вот такой подушкой. Подушка герма, это герма от спальника. О, спальник. Наконец-то.
прохладно стало. А вот и дождик пошел с ветром сильным. Да, тут вообще ЧП случилось. Ветер такой силы, что аж порвал палатку. Вот. Вырвало клок. 26 августа, 6 утра. Сейчас подъем уже вовсю идет. Ночью была очень ненастная погода, сильный ветер, гроза, молния, гром. Палатку кидал то туда, то сюда. Я ночью вставал для того, чтобы оттяжки дополнительные прикрепить и закрепить палатку. Лагерь. 7 часов отгремело. Только что дождик шел-шел и вроде прекратился пока. Моя поломка. Я не натягивал вот эту оттяжку боковую. Соответственно, ветром начало прижимать вот эту дугу. И вообще начало палатку гнуть поперек. И фишка в том была, что вот эта дуга вот здесь выскочила из крепления. Здесь вот так палатку, не знаю чем, либо шить, либо тент придется показывать, очень слабое место. Палатки все уже собрали, почти. Сейчас завтрак, на завтрак вот такая каша, я сухари туда добавил, вкуснота. Пшённые. Сейчас на пшённые можно столько километров пройти. Тут уже пошла зона леса. С карликовой березки мы ушли. Сейчас идем вот в зоне леса. После дождя здесь все сырое. Сейчас пошла зона леса, и мы от речки пошли на подъем, на маленький такой хребетик. И здесь сейчас срежем и, соответственно, зайдем в долину реки Кыргыз. Фу. Я вот тут прошел. Оттуда мы пришли снизу. Вот речка идет очень высоко. Вот тут тропа траверсом склона идет. Плюс дождь. И вот такая здесь красотища. Внизу речка, вдоль которой мы идем. А здесь бугор, где мы траверсим. Сейчас, скорее всего, будем спускаться в долину. Долина реки Кураган. Долина реки Кураган сверху и вот вниз. Мы туда идем, да? Да. Сейчас будет спуск. Конной тропе тут нам нужно.
4 огромные березы из одного корня. Спустились вниз к реке. Здесь конская тропа. Очень сильно натоптана. Грязища. Все сырые идем. Час дня. 26 августа. Мы пришли на обеденную стоянку. Только что на костре сготовили суп. Здесь вот и мясо, и грибы есть, которые нашли на тропинке. Вот такие вот березовики. Чай уже попили. Там вот костер. И дождик уже закончился, был прям проливной. Жизнь налаживается. Перекус у нас был в месте падения реки Кыргыз в реку Кулаган. Сейчас мы вверх будем подниматься. По-моему, кто-то сказал, там около 5 километров нам идти. До вечерней стоянки. Когда вообще сюда пришел, думал, что не смогу вообще подняться, куда-то идти. Ноги мокрые были. Одежда тоже вся сырая, и шел дождь. Но сейчас вот перекусили, попили чаю горяченького. Все съели, и силы появились. Поэтому идем до вечерней стоянки. Скорее всего, речка Кулаган. Падение вон там. Пять часов вечера, мы пришли на стоянку. На речку. Тут такой маленький пятачок для палаток, и вокруг бегут реки. Сейчас будем здесь дальше готовить ужин, и сейчас есть свободного времени. Я уже вот поставил палатку рядом с речкой. Приятно снять гамаши после дня. Класс. Большое квадратное корыто. А еще лучше, знаешь, стиральный дух. Грибы собраны. Но они же легкие, они просто свежие. Мы, знаешь, что? Мы их масса. Вот такая гречка с тушенкой, с грибами.
уже пью кофе. Дежурные сегодня сделали очень его быстро. Вскипятили отдельно воды. За это им большая благодарность. А, вот в эту еще можно. Овсянку я прям люблю. Спасибо. 8 часов. Мы уходим с места стоянки на реке Ёшту. Идем в сторону Хазиникинского кордона. Это через реку Элда вдоль Кулагана, вдоль реки Кулаган. Тропа пользуется не только спросом туристов, но и медведей. Малинка. Такие красавцы встречаются постоянно. Костяника. Тут, по-моему, тоже костяник. Я болею за Спартак. 12 минут 10. Идем в зоне леса. Тропа конная. Очень много грязи, когда идешь по ней. И, соответственно, есть гребни, которые приходится входить и выходить. В принципе, в зоне леса мне даже больше нравится идти. Тенек. Сейчас вот поляну нашли, здесь солнце появилось. Уже все начинают раздеваться, сегодня с погодой, возможно, будет классно. Долина реки Кулаган. Такая. О, поляночка. Ой, какая полянка классная. Шикарная полянка, да? Вообще класс. Такой даже туалет есть. Ох. Мы на стоянке рядом с рекой Осиновкой. Там дальше мы ее пересечем и обратно вернемся к речке Кулаган. Стоянка, в принципе, неплохая, мне понравилась, но ребята говорят, что здесь темновато, конечно. Вот сейчас солнце светит, там сама стоянка чуть-чуть темная. Но вообще местечко прикольное, то есть ты идешь по тайге, хоп, и такая площадка. Значки висят очень чисто, подход к воде есть. Ну, что еще нужно? Давай. Осторожно, ветки. Влияние двух рек. Подходим к кордону. Thank you.
12 часов. Наконец-то мы дошли до слияния двух рек. Хазинихи и Иолда. Здесь, соответственно, кордон Казиниха. И здесь у нас сегодня полуденевка. Шли мы около 4 часов. Тропа конная, мокрая, но, в принципе, нормальная. Вот такой вот кордончик. Домики. Вот поляночка еще. Вот место, вот тебя Наталья ходит. Вот, смотри, место хорошее. Да, класс, спасибо. Отличное местечко. Класс. Да, интересно, здесь кое-какая информация. Конечно. За деньги. А что такой низкий вход? Ну, как вы думаете, высокий будет, это будет некрасиво? Есть здесь. Александр говорил. Что это, нос? Где-то ротик? Я уже не знаю, кто-то подрисовал. Так как кто-то-то? Вот еще один, вообще как ядро пушечное. Ну, да, вот смотрите, как ну холодное. Угу. Вот здесь можно что-то почитать, посмотреть. Ага. Знаете, как... Класс. Территория природы. Лучше лича. Приоритет тоже. А ваша должность как здесь называется, если не секрет? Ну, так, нет, госинспектор сейчас. А, госинспектор. Ну, это то же самое, да? То же самое. Керосинка вообще. Охранник, егерь, да. И что, и зимой вы тоже здесь работаете? Ну, и зимой как бы наездом. Полукруглый камень. Наездом? Достаточно ну, тяжелый прям. В основном вот там, где проходили. Вы Лишту спустились или Кыргызы? Кыргыз. Кыргыз, ну, домик проходили там зимой? Да. И там еще... эти с лошадьми. Вот такие картины тут. А кто Деда Осинки. Кто с лошадьми там стоит тут? Там 4 человека там. А, Дедом, нет, мы кордон было, видели. Да? Заготовки делают, это не ваши. Память, да? Обязательно. Ну, ну, там ладно. Еще можно будет зайти, да, пока? Только, ради бога, подождите, я говорю, отдыхайте. Такой вид здесь. Шланг, видимо, с насоса. Чувствует, что качает воду. Тут наш лагерь разместился. Прям на кордоне большая часть. Там внизу я уже там. Честь, это нормально? Да, она сейчас убавится. А то раньше тоже не знали, куда поставить. Он везде падает. Но это лучше, чем под дождем. Конечно, это 33 раза, это же мне чем на костре лучше. Под дождем тоже надо. Хитрое приспособление для полукруглого казана. Вон туда накрыл, даже да. Сфера, полусфера. О, это вкуснотища, я сейчас слюни язык проглочу. У нас сейчас больше нет.
сходите, сходите на рынок. Двух дали картошку. Из этого у нас... Да? Смотри, что я нашел. Что, будем? Так, а хлеб и прочее тоже здесь? Хлеб. Вот такая шишка. Вот такой вот мусор. И вот количество орехов с одной шишки. Вот так открытая семечка выглядит. Из грибы в тушенку. Один котел, полусфера. Уши. А вот здесь пожиже. Сегодня шикуем просто. Очень вкусный был рис, а чай еще со смородиным листом или с малиной и с ягодками брусники. Без 15:08. Отличный сегодня денек был. Пришли сюда пораньше, чуть-чуть уставшие. Я успел постираться. Очень плотно сегодня пообедали. Причем супом, борщом с настоящей банки, с настоящей капустой, не сушеным, ни с чем. Вечером просто объедение было. Рис с грибами, с тушенкой, со всем остальным. И в таком хорошем настроении я сейчас уже ухожу спать. Ну, схожу еще с ребятами, может, поболтаю. На кордоне, короче, очень понравилось. И, в принципе, правильно, что здесь сделали такую полудневочку. Единственное, что погода испортилась. Сейчас опять моросит дождь. Все вещи пришлось занести вот под навес. Была конская заброска. И мне выдали второй мешок на вторую неделю, вот такой. Очень понравился мне, кстати, кордон. Сходил сейчас, забрал пауэрбанк, который я заряжал. Здесь на кордоне можно зарядиться. Ребята очень добрые, вообще егеря, кто обслуживает кордон, прикольные. Они рассказали, что они используют солнечные батареи с аккумуляторами, поэтому у них энергия есть, свет есть. Разрешили пользоваться беседкой, там мы сегодня ужинали, костер готовили, обедали. Вообще приятное впечатление складывается, очень чистое место. Вообще вот в нацпарк. За счет того, что здесь нацпарк, порядок соблюдается, и это, кстати, радует. Седьмой час, 28 августа, по-моему, восьмой день. И первым делом вот еще кофе насыпал. Сейчас пойду чай проверим. Спасибо, Козик.
А сегодня у нас какао приготовили на сгущенном молоке, настоящее какао. И пшенка, или, ну, похоже, да, на пшенку, на кукурузную. Не похоже. Ботинки еще чуть-чуть сырые у меня, но подсохли за вчера. В дождь, когда намочил их, переходя вброд. Теперь вот их долго сушить. Двое носок, чтобы не натирали ноги. Потому что первый день я шел в одних и натер. О! Ну, кстати, так, по суше. Сейчас подзатянуться надо, потому что с утра нога меньше, чем к вечеру. И лишний раз снимать эти гамаши не хочется. Куртку наверх положим, если дождь, чтобы ее достать. Ботинки не понадобятся, их можно чуть вниз. Утягиваем рюкзак, чтобы он был не широкий. И все. Без 28. Все вещи собраны. Мы здесь внизу на площадке кордона. Путь нас ждет наверх вдоль реки Иолга до озера Изумрудного. Спасибо большое, стоянка, что приютила нас. Дала крышу над головой просушиться, постираться. И сейчас мы идем с нее. Спасибо большое. До свидания. Слава, вы же будете с ним связаны? Фу, ползем вдоль речки, она справа. Затяжной подъем, конская тропа, все разбито. Пока больше наверх, чем вниз. Не, пошли. Что, не будем привал-то делать? Привал или что? Лошади еще проходят, судя по следу. Тут я понимаю, дерево огромнейшее. Боюсь даже в корневище провалиться. По тропам еще медведь здесь ходит. Такой вот след. Наконец-то ручей, я тебя нашел. Так пить хочу. С ледника сейчас холодненькой водички.
Опа. Потому что с речки вода не особо хорошая была. Какая-то сладкая. Во, класс. Вкуснотища. Подошли к броду через речку. Примерно метров 20 там надо пройти. Где-то по колено, по пояс. Вот так, судя по течению. Сейчас перебываемся. Снимаем ботинки. Я вон взял тапочки. И проходим. Троих пойдем. Примерно 500 метров от брода мы пришли вот на такую поляночку красивую. Больше съедим, меньше понесем. Вот такая интересная изба с печкой. Единственное, что заметно, то что уровень дверницы достаточно низкий, мне по грудь примерно. Ну, возможно, так и сделано. Очень хорошее, классное место. Ух, это DVD, что ли? Непонятно. Вот нары, печка в полный рост. Вот я еле стою, да, стою в полный рост. Дрова внизу. Ну, в принципе, все нормально здесь. Очень классно. Даже красиво. Инвентарный номер сколько есть. А-а-а. Ну, молодцы, ребята сделали. Это для зимовки, да? Ага. Вот номер избы. Все, подошли мы на обед. 11 часов, но сейчас пока приготовят. Люди начали сушить активно палатки. Сейчас я тоже посушу носки, вещи, пока есть время. И, по-моему, сегодня вечером я начинаю дежурить. Какое классное обеденное время. Можно подсушить палатки, которые вымокли с утра из-за сборов. Сушить ботинки, снять ботинки, носки вон выложить, в ряд подсушить, но ногам дать отдохнуть после ботинок. Для обеда чесночок, тушеночка, суп. Вот этот суп будет, пойдет. Грибной свинушили, сухари. Здесь причем белые, еще есть ржаные. Сушки к чаю, конфеты. И в принципе... А, вот сахар еще. Впереди вот гора, мы уходим правее от нее и поднимаемся. Грозди красной смородины, дикой смородины. Вот еще вообще много и смородины, и жимолости. Жимолость не особо понравилась, она горьковатая. Костянику еще ели. Только что, проходя справа, видел медведя. Сначала, проходя, я слышу, что кто-то зафыркал. Подумал, что это олень или марал. А потом смотрю, с дерева медведь спускается.
он спустился и побежал через бурелом, через кусты. Вообще прикол. И недалеко от этого места видели прям свежие следы медвежьи. Вот их снимали. Я потянулся за камерой, но не успел. Ну это 2 секунды. Лук прям пахнет так приятно. Переплетение трав, запах всего кедра. Тяжело передать. Гигантское дерево. Вот ребята стоят прям. Гигантский кедр. Ого. Ой, я же вот капельки. Ага. Внимание, надо говорить. Внимание, Влад. Вот идем по болоту. Тут разлился ручей. И все хлюпает. Время 4 часа, мы идем на подъем вдоль реки к озеру Изумрудному. Тоже с часа примерно. Подъем, подъем, подъем. Много карликовые березки, кустов. Они цепляют, не дают пройти. Но здесь еще плюс конная тропа. И буквально вот минут 20 назад закончились проды. То есть там было их несколько, на некоторых даже не имело смысла снимать обувь, потому что они шли один за другим. Я не помню, 3 или 4 раза разувался, последние 2 раза так по камням прошел, правда замедлился. Там вот долина, с которой мы идем. Все выше и выше. Туда мы идем в итоге. Осталось чуть-чуть. Подходим к озеру Изумрудное. Ура! Время 7:30. Мы пришли на стоянку на озеро Изумрудное. Вот оно. Здесь большая проблема поставить палатки, потому что места мало и уклон. В принципе, мы все поставились, но спать будет неудобно. Сегодня я еще заступил на дежурство, поэтому много не снимал. Возился там с костром, с ужином. И завтра с утра тоже буду заниматься, поэтому съемки много не стоит ожидать. Похолодало сейчас вечером, здесь ветер поднялся, слава богу, что дождя нету. Такое озерцо, и прям туча вообще застряла над горой. А там не всегда. Ну это не так попсуть. Пока, ну да, я еще Стас говорит. У меня все хорошо, что ты? Я говорю, Стасик, ты третий. Ну так все, мы под уклоном стоим.
склон вот как раз к озеру. Костя гуляет. Лучше сесть. Не, почему? Пешком. Ну как выгнуло, как собачка. Когда ты хищ так. Белая, нет, я говорю, он, ну, может быть, для людей, которые там первый раз в горы пойдут, может, и интересно. Ну, это как раз новичковский маршрут, да, потому что да. Там все просто, как бы, и понятно. Да, ну, да. Относительно. И заканчиваешь на море. Ну, да. И... ну, это